Привет, друзья! Лето потихоньку подходит к концу. Многие возвращаются из отпусков, а школьники готовятся к учебному году. Поэтому в этом видео мы постарались угодить всем и собрали полезные вещи с AliExpress для офиса и школы. Ссылки на все товары будут в описании. Основная специализация бренда Avato – компактные и беспроводные клавиатуры. Устройство способно подключиться посредством Bluetooth к любой из популярных операционных систем, таких как Windows, iOS и Android, и воспроизводить набранный вами текст в любом текстовом редакторе. Клавиатура очень компактная и легко поместится в большой карман. Ее можно взять с собой куда угодно, она не займет у вас много места. Все клавиши работают почти так же, как на обычном компьютере, будь то Windows или macOS. Если вам очень важно иметь все свои записи или рисунки под рукой, с блокнотом Elfin Book X вы никогда не потеряете свои творения, оперативно сканируя их на свой смартфон. С помощью этого блокнота вы можете легко, без применения допотопных ластиков, стереть все тряпкой. Но продавец указывает, что стирать свои творения или записи на одном листе можно около 500 раз. Блокнот работает с приложением Elfin Book для Android и iOS. С его помощью можно сохранять все ваши заметки на телефоне. Вы также можете мгновенно переносить свои заметки в облачные сервисы, такие как Dropbox, Google Drive, OneDrive, Яндекс.Диск и так далее. Половина листов в блокноте пролинейна, а вторая половина пустая, и это отлично подходит как для студентов, так и для творческих людей, которые любят рисовать. В комплекте с блокнотом идет специальная ручка, и если вы планируете этим гаджетом пользоваться долго, сразу заказывайте еще одну. Что будет, если объединить высококачественный ABS-пластик и нержавеющую сталь, придать им элегантную форму, тщательно продумать конструкцию, а затем завершить все это герметичной крышкой и вакуумной присоской? Получится крутая и надежная термокружка FIU Elegant Cup. Она достаточно вместительная, в меру элегантная и весит всего 320 грамм. Она чудесно подойдет как для дома, так и для офиса, как для загородной дачи, так и для уютной домашней студии. Само собой, кружка герметична, а благодаря двухслойной комбинации материалов, из которых она изготовлена, еще и чрезвычайно удобно. Даже когда внутри кипяток, вы можете свободно браться руками за корпус чашки, не боясь обжечься. Центральной фишкой термокружки является ее вакуумная присоска, которая позволяет пустой чашке даже крепиться к наклонным плоскостям. Однако основная функция присоски – это безопасность пользователя. Сцепляясь с поверхностью под давлением, она не упадет, если владелец случайно заденет ее рукой. А если вы взяли чашку с собой в поезд, то поставив ее на столик в купе, можете быть уверены, что тряска в дороге не сдвинет ее с места. А значит, жидкость, что находится в чашке, не разольется. Все просто и потрясающе удобно. Сейчас в школах задают столько, что уроки приходится делать до самого позднего вечера. Чтобы облегчить нагрузку на глаза, приобретите стильную лампу для чтения, которая работает на аккумуляторе в нескольких режимах освещения, поворачивается на 270 градусов, имеет разный угол наклона и может крепиться практически к любой поверхности. Батарея устройства 1000 мАч. В комплекте шнур для зарядки, но при покупке не забудьте попросить продавца положить европереходник. Такая лампа – это очень удобное и компактное устройство, которое можно взять с собой даже в поход. Ну и напоследок мы покажем вам компактный сканер документов формата A4 iScan Portable Scanner. Он компактный и легкий, что делает его отличным вариантом не только для офиса, института и школы, но и для путешествий. Устройство сканирует изображение с разрешением до 900 dpi. После сканирования файлы сохраняются на microSD, и их легко можно перенести на компьютер или ноутбук с помощью USB. Но есть и небольшое но. В комплект не входит карта microSD, а без нее устройство, как вы понимаете, работать не будет, поэтому сразу озаботьтесь ее покупкой. На этом все. Надеемся, что эти гаджеты пригодятся вам в новом учебном году. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч!